Откуда же взялось вот это вот празднество, вот этот вот так называемый Новый год, который так прочно вошел в сердца многих людей? Оно было, это празднество, привнесено в христианство из язычества, из идолопоклонства, из многобожия. Вообще вот это идолопоклонство и язычество, оно очень рано стало проникать в обряды, оказывать влияние на учение тех людей, которые себя объявили поборниками христианства. И вот то, что именовалось христианством, оно вобрало в себя очень много из языческих обрядов, очень много из представлений древних греков и древних римлян и прочих, в конце концов, сделав вот эти вот языческие обряды основой этой религии, приписав их к Мессии, к Иисусу, к Иисе, алейхиссалям, и его апостолам, хотя они не имеют никакого отношения к этому, никак к этому не причастны. Вот одним из таких обрядов, недопустимых обрядов, является языческий праздник, на самом деле, праздник идолопоклонства, который называют Рождество и который называют Новый год. Два праздника. И празднование вот этих вот праздников, оно сопровождается целым рядом недопустимых действий, ширк, язычество, многобожие, целый ряд грехов, целый ряд заблуждений, к большому сожалению. К большому сожалению, от празднования вот этих вот дней с их языческими обрядами не смогли уберечься сегодня и некоторые мусульмане. Призывы вот к этому празднеству, они льются на верующих, льются на мусульман и на их детей отовсюду. С экранов телевизоров, с сайтов, интернета, с уличных реклам. Еще страшнее, когда мусульмане сами начинают поздравлять вот с этими запрещенными праздниками, начинают считать их своими, начинают отмечать их, начинают дарить в эти дни подарки близким, ходить друг к другу в гости, радоваться, веселиться. Если ты желаешь людям добра, ты обязательно должен разъяснить своим близким, разъяснить окружающим, которые попали в этот большой грех, которые обманулись яркими красками вот этого вот праздника, объяснять им пагубность этого и удерживать их от этого.